Детский, подростковый, прокатный, взрослый, тактический – это далеко не все разновидности современного пейнтбола. Как изменился этот вид спорта за последние годы и насколько сильно и активно он развивается сегодня в Приморском крае во Владивостоке, мы узнаем прямо сейчас. Это программа «Время говорить». Меня зовут Анна Бережная. И у нас в студии сегодня Владимир Хван, управляющий пейнтбольного клуба «Восточный фронт». Здравствуйте. Здравствуйте. Роман Уразов, старший инструктор пейнтбольного клуба «Восточный фронт». Здравствуйте, Роман. И Марина Масленникова, судья второй категории по спортивному пейнтболу. Здравствуйте. Ну, я думаю, что наши телезрители, конечно же, все знают, что такое пейнтбол. Хочется больше поговорить сегодня и, безусловно, про его категории, да? Ведь они бывают абсолютно разные, тем более сегодня он уже несколько изменился. Появились какие-то новые технологии, которые используются в этом виде спорта. Расскажите нам об этом, что же все-таки такое современный пейнтбол и чем он отличается от привычного всем? Ну, вообще, принято считать о том, что пейнтбол – это такая интересная игра, сопряженная с отдыхом. Но для многих и на сегодняшний день становится открытием, когда мы говорим о том, что пейнтбол – это вид спорта. И в том числе во Владивостоке есть у нас разрядники по спортивному пейнтболу, у нас есть кандидаты в мастера спорта по спортивному пейнтболу. Конечно, сегодня пейнтбол имеет очень много модификаций и категорий. Ну вот, если рассказывать о привычном пейнтболе, это прокатный, самый простой вид пейнтбола, который привыкли видеть люди во Владивостоке. То есть приезжают в лесную местность, там бегают какие-то люди в камуфляже. Войнушка происходит. Да, какая-то войнушка, все стреляют, при этом выпивают и едят. На сегодняшний день у нас есть еще, наверное, новая категория. Это детский пейнтбол. Это тот же самый пейнтбол, но в котором используется другое оборудование. Оно более легкое, оно более простое для детей от 5 лет. Это безопасный пейнтбол, в который могут играть дети 5-8 лет. Вот. Там используются шарики меньшего калибра, но это на самом деле совсем не больно. Вот. Есть у нас тактический пейнтбол. Это имитация различных военных действий, это экипировка, это модификации оружия, которые похожи на настоящее. Есть у нас спортивный пейнтбол. То есть это тот вид спорта, который внесен в единый классификатор спорта, по которому присваиваются разряды и звания, и проходят у нас чемпионаты города, проходят у нас чемпионаты края, чемпионаты Дальнего Востока проходят во Владивостоке и этапы Кубка России. То есть это наиболее значимое мероприятие. Планируем мы, что у нас появится во Владивостоке подростковый пейнтбол. Это промежуточный пейнтбол, в котором используется взрослое оборудование, но шарики меньшего калибра. Вот в этом сезоне, наверное, с сентября в нашем клубе такая ситуация появится. Мне не терпится спросить у вас про представленную сегодня здесь амуницию. Это различное оружие, шлемы, как раз шарики, о которых вы сейчас говорили. Расскажите о них, пожалуйста, подробнее, чем одни отличаются от других. Ну вот, давайте мы начнем, наверное, с самой простой, может быть, востребованной на сегодняшний день услуги. Это детский пейнтбол. То есть все примерно помнят, какой маркер у взрослого пейнтбола. То есть детский пейнтбол — это тоже обязательно маска. Это самый главный атрибут пейнтбола. Это даже важнее, чем сам маркер, из которого люди стреляют. То есть маска защищает лицо и жизненно важные органы. А вот это детский маркер. То есть можно увидеть, он такой игрушечный, но детям это нравится, это всегда весело и интересно. А мы привезли для сравнения шары. Вот можно взять, например, упаковку шаров взрослого пейнтбола, положить их рядом и увидеть, что разница в калибре, она достаточно существенная. То есть, если мы говорим о том, что это 0,68 калибр, это 0,50 и 0,68. У меня возникает тут же вопрос, так зачем же взрослых так мучить? Зачем их такими шарами бить огромными? Они не мучаются, они получают от этого удовольствие, я вам больше скажу, потому что всегда адреналин – это удовольствие. Есть у нас аналоги, скажем, лазерные игры, но они не приносят столько удовольствия, потому что там не страшно, а, соответственно, не интересно. То есть там попадание, оно такое, попали, ты посидел 5 секунд. Для галочки, попали. Да, попали, меня попали. То есть, а здесь, если ты не спрячешься как следует, то, ну, уже не будет такой мотивации к игре. Вот, ну, используются, соответственно, если мы вернем шары, то есть используются вот такие вот замечательные детские камуфляжи, они очень маленького размера, но выглядят как настоящие. Вот. Я представляю, в каком восторге ребятишки. Дети, да, дети всегда вообще в восторге. Вот здесь вот представлено тактическое оборудование возле Романа. Я думаю, что Роман может рассказать об этом. Да, Роман, пожалуйста, конечно. Вполне. Ну, то есть используются маркеры всякие разные. То есть обычно их модифицируют как душе, как говорится, угодно. То есть это всякие рукоятки, приклады,
дистанционный вывод воздуха, то есть как людям самим самостоятельно удобно, так они и делают, то есть грубо говоря под себя. Маркера в основном личные, люди собираются на большие мероприятия, в тактическом пинболе очень часто применяется военная техника, то есть у нас в Приморском крае тоже сейчас практикуют это, используется военная техника на различных мероприятиях. В Москве очень часто это уже можно сказать, как в априори уже используются танки, пушки, машины. Очень много людей собирается. То есть маски, как говорится, от мала до велика. Маска для тактического пинбола может быть реально любая. Помимо маски еще сверху шлем или еще что-нибудь такое. Шары чаще всего это средний класс шаров, так скажем. То есть не низкий класс, высокий, средний класс и высокий. Высокий он используется, как правило, для спортивного пинбола. Ну вот в тактическом пейнтболе, да, еще очень важно, используется очень много пиротехники. Это дымовые шашки, дымовые завесы, гранаты. Вот. Ну, это действительно такая имитация войны, то есть боестолкновение. Да. То есть оно вот именно к этому относится. Но это что-то сродни исторической реконструкции, только вот здесь и сейчас мы разыгрываем такие баталии, да, настоящие практически, да, только то есть, без серьезных последствий, так сказать. Сценарии могут быть всякие разные. Самый любимый сценарий – это Вторая мировая, та же самая. Часто из игр всяких компьютерных реконструируют тоже сценарии, и очень множество там сами придумывают. Там, как говорится, все ограничено человеческой фантазией. Я хочу немного прервать тему обсуждения вариантов игры в пейнтбол сегодня и поговорить с Мариной. Вы единственная девушка сегодня здесь, да еще и судья второй категории, как мы сказали. Как давно занимаетесь пейнтболом? Вообще, что это для вас? Как случилось, что попали в этот вид спорта? Вообще, пейнтболом занимаюсь последние, наверное, лет 8. Изначально начинала как администратор пейнтбольного клуба «Восточный фронт». Потом уже слегка инструктировала и выходила на поле как судья. Последние 3 года я именно сужу в основном спортивные соревнования, которые проходят в нашем городе и за пределами края, Хабаровский край, в основном этапы Кубка России зовут туда, в принципе, по всему Приморью. В пинбол, да, по сути, пинбол для каждого пинболиста, мне кажется, это жизнь. Это даже не смысл, это именно жизнь. Пинболисты это образ живут, жизни, правильно? Образ жизни, они живут этим. Купить новый маркер для пинболиста иногда бывает важнее, чем съездить отдохнуть. Или купить новую машину. Да. А спортивный пинбол, он вроде бы как и так тот же маркер, та же амуниция, но он отличается от тактического, от прокатного. Во-первых, оборудованием. Здесь идут регламентированные правила маркеры. Они скорострельные, до 12 выстрелов в секунду. Они более легкие. У них они электронные. Включается как рукоятка, так же и фидер. Похоже на оружие будущего. Ну, в какой-то мере, да. Также здесь идет по правилам спортивного пинбола регламентированная одежда, регламентированная защита. Ну и сами видите, маски в разы отличаются. Я хотела отметить, что мы действительно видим разницу, если здесь это приближенное к таким к военно-полевым условиям, да, что-то, то здесь действительно что-то похоже на рашгар, да, на такой более тяжелый. Защита обязательно используется, я так понимаю. Ну и маска тоже, она похожа на сноубордистскую больше. Ну да, вот если вот в тактическом пейнтболе это лес, это зеленые цвета, и преобладают там военные цвета, хаки, песочные, там, то спортивное это обязательно яркое, это красивое что-то. Ну, как, наверное, в любом виде спорта все спортсмены хотят вот выделяться какими-то отдельными атрибутами. Ну, вот, что для теннисиста ракетка, для пейнтболиста маркер. Вот. Командные джерси. Это самая яркая часть одежды и выделяет команду из остальных игроков. Вот очень важно отметить, вот вы сказали про защиту, действительно в пейнтболе многие говорят о том, что мы не берем жилеты, боль там, значит, только для сильных и настоящих мужчин. Хочу отметить, что ни один спортсмен никогда не пренебрегает техникой безопасности, это очень важно. А если взять спортсмена и, простите, раздеть его, то в первую очередь мы увидим на нем защиту с ног до головы, то есть он защищен от шеи до самых пяток. Это вот, например, налокотники представлены. Они защищают полностью предплечье, да. Полностью от предплечья, полностью вся рука. Да, идет. То есть футболки, это обязательно шорты, это обязательно очень качественные наколенники. Потому что суставы для спортсменов это всегда самая важная часть, которую можно на самом деле повредить. Вот. Ну, конечно, каждый спортсмен еще и выделяется тем, что постоянно про это говорит.
Вот. И если вы встречаете человека, который выходит на спортивное поле или просто на игровую площадку без маски, это не спортсмен, уходите от него подальше. Вот я хочу отметить эту тенденцию. Действительно, очень часто к нам на программу «Время говорить» приходят спортсмены, и все как один повторяют то же, что сейчас сказал Владимир, что очень важно, в любом случае, все сначала отказываются, а потом приходят за амуницией. Это действительно очень важно, и стоит на это обратить внимание обязательно. Давайте сейчас сделаем небольшую паузу, мы прервемся на короткую рекламу, а после продолжим наш разговор. Оставайтесь с нами. А мы продолжаем наш разговор о современном пейнтболе. Поскольку мы заговорили про безопасность, хочется все-таки подробнее на этом вопросе остановиться, потому что это действительно, наверное, в первую очередь важная вещь, да, и в том числе и в пейнтболе, как и в любом другом спорте. Я думаю, Роман сейчас продолжит эту тему. Расскажите о правилах об основных. Ну, самое главное правило пейнтбола – это маска. То есть маска всегда должна быть на лице. В каждом, так скажем, в каждой подкатегории пейнтбола, в детском, спортивном, в тактическом, неважно, всегда человек, заходя на поле, всегда должен надеть маску. Маска защищает человека от попаданий шариков и прочего всякого, то, что летит человеку в лицо. Потому что, ну, скажем, если шарик попадет человеку в глаз, ну, мало приятного. Это может очень сильно сказаться на здоровье, в принципе. Шарик может вполне выбить зуб. То есть, поэтому без маски человек не имеет права зайти на поле. Если он туда зайдет, его сразу же лишают права игры. То есть в спортивном пейнтболе сразу человек дисквалифицируется, в тактическом его не допускают на игру, ну а в детском, ну, не допускают. Уже... Не допускают, ругают. Да, очень сильно ругают. То есть в плане безопасности должно быть реально все очень строго, потому что, скажем так, это довольно травмоопасный вид как отдыха, так и спорта. И именно для этого всегда присутствуют инструктора, судьи. Они всегда за этим следят. То есть они следят, чтобы человек никоим образом не покалечил себя и кого-то еще. То есть стрельба в упор запрещена в тактическом пейнтболе. То есть это расстояние до 3 метров. То есть меньше расстояние, меньше 3 метров человек не может в другого выстрелить просто. Потому что это будет очень больно и останется большой синяк. Ну вот очень важный момент такой, что судьи, инструктора в прокатном и в тактическом пейнтболе, ну и в спортивном тоже, они в первую очередь на самом деле следят за безопасностью игроков, для того, чтобы никто не травмировался. И инструктора должны быть взрослые, должны быть адекватные, должны всегда смочь прийти на помощь, остановить какое-то действие, если оно угрожает жизни и здоровью человека. То есть инструктор – это самый главный и важный человек на площадке. Вот. То есть если инструктор правильно работает, то это безопасно, это не больно, и это вполне хорошо и приятно, комфортно. То есть бывает так, что люди уходят, ну, без синяков. То есть они, да, играют, то есть там в них что-то попадает, но если инструктор вовремя останавливает игру, то, ну, конечно, это, ну, действительно очень хорошо. Да, просто в восприятии многих пейнтбол – это такая веселая игра, беззаботная, когда приходит большая команда и начинают друг друга, как в стрелялке, да, начинаются. Но да. Это все, я так понимаю, вот сейчас под строгим очень присмотром должно происходить, ну, да, с инструктажем. Потому что в 2015 году мы проводили на Дальнем Востоке исследование маркетинговое, которое показало, что люди перестают играть в пейнтбол, потому что больно. А больно не только потому, что, скажем, стреляют, ну, вообще пейнтбол там, где стреляют, вот, но это еще и потому, что не очень качественно в некоторых местах работают инструктора. Это действительно является проблемой на сегодняшний день. То есть, когда мы говорим о том, что пейнтбол – травмоопасный вид спорта, он не больше травмоопасен, чем, скажем, сноуборд. Наверное, сноуборд даже более опасный вид спорта. Более экстремальный. Да, экстремальный и травматичный. Конечно. Вообще пейнтбол не относится к экстремальным видам спорта. Это технический командный вид спорта. А если мы говорим о пейнтболе, травму, вывих можно получить как на футболе, на поле, так и на пейнтболе. То есть травмоопасности нисколько не больше, чем в других видах спорта при соблюдении техники безопасности. Опять же. Да. Это одно и то же, что вот сноубордист выезжает на трассу без шлема. Также, если пейнтболист выйдет без маски, ну, есть вероятность того, что, да, конечно, вы травмируетесь. Поэтому на приличных базах отдыха, горнолыжных, там на подъемнике, например, не пускают людей без шлема. Вот. Также и у нас никогда не пускают людей без маски. И если человек ее снимает, то это действительно там удаление, дисквалификация. То есть так, как сказал Роман. И это должно быть строго. И в этой ситуации люди дисциплинируются,
И ничто не дисциплинирует человека так, как наказание, вот, к сожалению. Так мы устроены. Наверное, да. Ну, вот в спорте, да. Я так понимаю, что, безусловно, здесь же значение имеет качество самого оружия и шаров, да, которыми вы стреляете. Расскажите об этом. Какие используете вы, какие сегодня предпочтительнее? Вообще, регламентировано, про что говорила Марина, все регламентировано в спорте. И от этого мы, конечно, отталкиваемся. Средняя скорость разрешенная, максимальная предельная скорость разрешенная выстрела – это 90 метров в секунду. Так называемые до 300 фпс. Вот. Конечно, вот, например, когда мы идем на соревнования, идет предыгровое хронографирование, это обязательно из-за превышения скорости выстрела. За это идут строгие наказания, то есть это дисквалификации либо на один гейм, либо на матч, либо удаление там, двоих-троих игроков из команды. Это очень значимо, потому что играют 5 на 5. В ответственных клубах ответственные организаторы всегда маркера хранят, проверяют скорость выстрела и выставляют ее примерно на 75-80 метров в секунду. Вот. Немаловажную роль играет, конечно, качество шарика, потому что у нас есть шары разного производства, то есть это российские, это импортные, американские, корейские шары. И мы говорим о том, что качество оболочки. То есть бывают шары очень твердые. Ну и здесь по законам физики, чем тверже предмет в вас попадает при одинаковой скорости, тем больнее. То есть вот мы, например, используем шары корейские. Шары делятся на несколько категорий. То есть, ну, детские, это понятно, они вообще делаются из хрупкого материала, они маленькие, скорость у них ниже. А взрослые шары делятся на три класса. То есть это прокатные, это средние шары среднего класса, так называемые хорошие прокатные, и это премиум-класс, это спортивные шары. В данном случае важно понимать, что прокатные шары самые твердые, но при этом, например, корейские шары мягкие. Есть такое понятие, как дроп-тест. Это когда мы бросаем шарик с полутораметровой высоты об твердый предмет, и 10 шаров, 9 из них должно разбиваться. То есть, если шары не разбиваются, это шары невысокого качества. То есть неважно, прокатные они, не прокатные, они могут долго лежать, их могли сделать из некачественного материала, из некачественного сырья. Они могут быть не по сезону, потому что шары бывают зимние, бывают летние. Вот. И обязательно мы должны использовать летние в летний период, потому что там под влиянием температуры шары становятся, оболочка становится более хрупкая. Либо шары зимние, то есть оболочка более плотная, и она не застывает, шары не замерзают. То есть это тоже важно. Это тоже очень опасно, если шар замерзнет, конечно. Да, шарик, если замерзнет, то есть минусовая температура, он становится тверже, ну и, соответственно, больнее. Поэтому шары обязательно должны быть по сезонности, шары должны быть качественные, ну и шары лучше использовать. Вот честно, это дороже, но использовать шары импортного производства. Ну, такая вот у нас тенденция появилась, к сожалению. Но могу сказать, что на сегодняшний день у нас практически весь край, вот мы являемся в Приморском крае дистрибьюторами корейских шаров. Практически весь край у нас в Приморье перешел на шары спина, на шары метеоры. Это шары очень качественные, то есть прокатного высокого уровня. Вот вы заговорили про Приморский край. Мне очень интересно, конечно, узнать, как развивается, может быть, спортивный пейнтбол, да и вообще, насколько он сегодня актуален, популярен среди людей в Приморье и, конечно, в частности, во Владивостоке. Да, по сути, он как был популярен. Сейчас как бы он осуществляется так же хорошо, но сейчас у нас проходит больше акцент идет на привлечение людей в пейнтбол. Помимо того, что мы популяризируем его, мы проводим турниры для уже знающих игроков именно с электронными маркерами. Проходят сейчас турниры, сеть турниров для игроков, которые еще не имеют большого опыта игры. Это идет дивизион D4, они играют на прокатных маркерах. Со стандартной амуницией, у них более облегченные правила. И сейчас мы собираем команды со всего Приморья. Уже проходит четвертый этап в Лесозаводске. Да, вот в сентябре будет четвертый этап. В сентябре будет уже четвертый этап, и собираются до 15 команд. А вы зрителей приглашаете на соревнования? Можно прийти, конечно. Посмотреть? Мы даже приветствуем это очень. Баталиями интересно. Да, вот на сегодняшний день мы запустили серию. Раньше эта серия была только во Владивостоке, ну, как центр, самое главное. Мы решили, что мы хотим провести серию турниров самого-самого стандарта европейского, который может быть по всему Приморскому краю. Первый этап у нас проходил в Спасске,
Второй этап у нас проходил в Чугуевке. Третий этап у нас должен состояться в конце августа в Находке. И вот четвертый, самый такой, наверное, интересный, потому что туда уже съезжаются команды из Биробиджана, из Благовещенска, из Хабаровска. Надеемся, что приедут к нам команды с Камчатки и Сахалина. В этом году, может быть, это маловероятно, но в следующем году, по крайней мере, про это идут разговоры. Вот. Мы собираем Приморский край, собираем Дальний Восток, и в Лесозаводске 16-18 сентября в два дня состоится крупный масштабный турнир, четвертый этап Кубка Приморского края. Вот. А действительно делятся дивизионы, там четвертый дивизион, первый дивизион. Вот если мы говорим, вот эта амуниция, например, относится, наверное, для игроков первого дивизиона, ну это амуниция игроков первого дивизиона, таких замечательных команд из Владивостока. Вот на сегодняшний день у нас, наверное, 4 команды во Владивостоке. Это очень такой хороший, серьезный показатель. Там все ребята разрядники, есть кандидаты в мастера спорта. Вот. Ну, всегда так гордо за них говорить, потому что они играют, и они помогают нам в развитии этого вида спорта. Можно Марине вопрос задам? Как да, раз, конечно. Мне кажется, очень по теме. Как судья, как вы оцениваете подготовку наших спортсменов? Готовы ли они выходить на, может быть, более крупные соревнования? Может быть, они уже выходят? Насколько много у нас пейнтболистов крутых? Ну, команд у нас по Приморью очень много, Дальний Восток тоже. У нас, как бы, с Владивостока давно уже команды не ездили в Москву. А так, Благовещенск и сборная команда Дальнего Востока, да, Елабайт, вот они стабильно на Кубок России, именно на чемпионат, уже на финал, ездят в Москву практически каждый год и очень достойно себя представляют там. Ну, помимо себя, еще и весь Дальний Восток в своем лице. Действительно здорово, что пейнтбол у нас развивается. И еще раз хочется подчеркнуть, безусловно, что важно учитывать все правила и технику безопасности, потому что без этого никак в этом виде спорта. Ну да, безопасность – это прежде всего. Ну, действительно, есть и наказания за нарушение правил, то есть они за нарушение техники безопасности самые строгие. Вот. И каждый спортсмен, как я уже говорил, что вот он всегда будет ходить и нудить, там, наденьте, пожалуйста, маску, наденьте, пожалуйста, заглушку, не наводите ствол в сторону человека. То есть, потому что это уже на уровне инстинкта какого-то, что ли, когда человек заботиться о безопасности себя и других. Мне кажется, это в первую очередь говорит о профессионализме. Да. И это очень здорово, что именно вы внедряете эту культуру. И замечательно, что... Вообще, очень много интересных нюансов сегодня мы узнали. Например, то, что зимой другие шары нужно использовать. Ведь люди не задумываются, да, об этом. Может быть, идут какие-то, не хочется никого обижать, но не такого ненужного уровня клубы, да, и в итоге некоторые могут пострадать из-за этого. И поэтому очень важно доносить до людей то, что играть в пейнтбол нужно не только с интересом, но и правильно. Да, конечно. Спасибо вам огромное, что вы к нам сегодня пришли. Спасибо за этот разговор. Спасибо. Я напоминаю, что это была программа «Время говорить». В студии работала Анна Бережная. Увидимся на 8-м.